Вместе!
что, всем привет! Я смотрю, настроение у вас отличное. И, конечно, хочется вас поблагодарить, потому что я бы в такую погоду никуда не поехала, честно. Такие сугробы, вам большой респект, что вы выбрались, что вы с нами сегодня здесь делите это очень важное для нас мероприятие. Давайте поаплодируем сами себе. Ну и, конечно, понедельник. Мне нравится, что многие из вас, для вас это не стало никакой преградой. Поэтому давайте танцевать, развлекаться, тусить, пить пиво. Тут, правда, не всем 18, но тем не менее, кому есть 18, не вижу препятствий, как говорит мой любимый. Мимо кассы! Yeah.
Спасибо большое. Давайте я немножко расскажу про наш альбом, да, так как мы сегодня здесь не просто так собрались, а у нас целая презентация альбома, и называется он «8». Почему «8»? Многие меня хорошо знают, что это моя любимая цифра, любимое число. Я родилась 8 числа. Вот. А еще это на самом деле знаковое событие именно в рождении группы «Тамагочи», потому что группа «Тамагочи» родилась в 2008 году, и нам сегодня 10 лет. Вот, такое у нас день рождения. Вот. Ну и, конечно, потому что это знак бесконечности, и хочется как-то закрепиться в вашей памяти своими песнями, своей музыкой и навсегда остаться там. Следующая песня как раз с нового альбома. Песня называется «Плакали». И там будет в проигрышах много «Плакали», поэтому вы мне подпевайте, подходите ближе, не стесняйтесь, мне будет тепло от ваших тел и дыхания. Давайте вместе. Погнали! Почему
еще 8, у нас обложка, если вы смотрите с нее, она поделена на 8 равных частей. И каждая часть — это обложка отдельного трека. На альбоме 8 треков. Вот. А еще, кстати, так потом получилось, мы посчитали, и оказывается, слово «тамагочи» тоже состоит из 8 символов. Вот, мы научились считать до 8, как минимум. Следующая песня — «Черное дело». Мне так нравится принадлежать тебе. Давай же без правил ты в игре. Оставь свои сомнения при себе. Закрой глаза и горячие сегодня вся ночь у нас. Спасибо, потому что если бы не он, я бы здесь перед вами не стояла. И он является для меня вдохновителем. Я правда не вижу даже, где он. Я не знаю, где он, но он существует, правда. Я мерзну в твоих объятиях.
не заметил я больше смех не спустил я, когда ты всяришься. И свой смех до тебя постоянно я отложу. Смотри, глаза дыхаюсь. Следующая как раз такая, и это одна из тех фраз, которые есть у вас на бумажке. Я не слышала, к сожалению, в гримерке, была ли фраза «иди куда хочешь». Была? А, отлично. Это, в общем, одна из моих любимых песен с альбома. А пока мои ребята подключаются, я, наверное, должна что-то говорить. А я не особо сильна в этом жанре, я обычно пою. Вот. Поэтому давайте что-нибудь вы мне лучше расскажите. Как у вас настроение? Как вы добрались через сугробы вообще? Все промокли там или все сухие? Чего? Не слышу. Ну ладно. Ну давайте тогда я немножко... будет минутка самолюбования. Я знаю, что в зале сидят люди, которые кто-то давно нас слушает, кто-то недавно. И у нас есть одна такая фишка, которая, в общем, меня радует, что наши песни нравятся абсолютно разным людям с разными музыкальными предпочтениями. И вот, допустим, кто-то мне говорит, что ему нравится песня «Полоски света», а кто-то говорит, что нравится песня «Измена». И они абсолютно разные, и, в общем-то, наш новый альбом, он тоже об этом. То есть у нас там все песни из вообще разных жанров, мы смиксовали немиксуемые и впихнули туда много чего. Вот. И я надеюсь, что вам понравится. Большую часть этих песен мы сегодня сыграем, но не все. Есть несколько, один трек, который мы сегодня не исполняем, поэтому вы можете послушать его дома. И, конечно, у вас сегодня есть уникальная возможность, это, в общем-то, обладание диском, потому что нигде больше этих песен не будет, во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому, если тут есть какие-нибудь люди там со всяких торрентов, смотрите мне, не выкладывайте, не портите нам историю. Ну что, готовы?
стоишь посреди перекрестка, и даже на звездах слышны твои слова. Постоянно тупые угрозы, горькие слезы, не стали привычка. Я уже отказалась от грозы, домой перегрозы. Я говорю, иди туда, кожу, познайте, кто может. Твои руки ходят по сердце, но твои крики уже не тревожат. Расходят под все наши сделки. Дай мне себе разобраться, на полках пугаться в своей дурной голове. Я уже не стремлюсь улыбаться, лезиться, стараться во всем угодить тебе. Я жила в ожидании чуда, не знаю откуда его ждать. Не мешай мне сдохнуть полную грудью, пусти в мои руки. Освободи! Иди куда хочешь, познайся, кто может. Твои руки ходят по сетке, но мои крики уже не приходят. Разорвали все наши сетки. Иди куда хочешь, познайся, кто может. Твои руки ходят по сетке, но мои крики уже не приходят. Разорвали все наши сетки. Следующая песня, без лишних слов, «Измена».